Прочитали это как сказание какое-то и все. Надо рассмотреть, может быть, и как-то ко мне это относится. Там бесы вошли, а бесы, это, скажем так, что это каждый грех, который есть, это уже есть малое беснование, большое беснование. Был у нас и пример, можем сказать, не дальний, а близкий, там, в нашем поселении. Был человек, который поселился и знал весь устав, но потом стал его очень сильно и открыто нарушать. Что мы только не делали. Говорится, разные цепи накладывали и узы. Представляли телохранителей даже к нему, чтобы за пределы деревни он не вышел, карауль. Но все было бесполезно. Он разорвал все эти цепи и все равно находил то, что ему нужно было для греха. Не могли ничем удержать. А удержать он мог только бы тогда, когда ведь он знал, принимал крещение человек. И каждый из нас принимал крещение, там обеты давали. Отрекаюсь от сатаны, от всех дел его. Соединяюсь со Христом. То есть человек дает обет в крещении. Не просто так, что я отрекаюсь. Я нигде не буду с сатаной не иметь никаких связей, только с тобой, Господи. Ибо я искуплен дорогою ценою. Это твоей честной кровью, Господи. Об этом и сегодня апостольское чтение говорит. Как мы, христиане, христианка и православная, тем более, не просто называться, а чтобы это действительно было так, чтобы люди видели в нас, что мы действительно христиане и православящие Бога. И всякий грех, какой есть у нас, это уже узы наложенные. Как? Нас останавливают, другие говорят, что обличают. Но мудро обличи, говорит, мудро, он возлюбит тебя. Обличи безумно, возненавидит тебя. Ах, так ты сам смотри за твоими грехами, а ко мне не лезь. То есть разрывает эти цепи, которые хотели бы удержать его. И дальше идет. И видим, что... Ну, это из проповеди, я прочитал из проповеди Антония, митрополита Суровского, говорит он так вот это все. Поэтому и в нашей жизни эти цепи, которыми связывает нас сатана, нужно их не разрывать, то есть нужно, но не сами мы не можем их освободиться, то есть от них мы не сможем, только если не встретится нам пути Господь, а Господь нам встретиться может всегда это через Слово Божие, либо Слово Божие может нас и обличить, и наставить, и помочь нам. Вот. Может и то, если мы будем принимать советы опытные в духовной жизни, видим тяжко, грех все, ну, посоветуйся, что мне сделать, помогите, братья и сестры, не так, удалился, нет его, месяц нет, два, три месяца нет человека, где он? Он болеет. Связан цепями, разорвать их не может, помогает разорвать, не может разорвать сам. Поэтому и церковь, как любящая мать, она дает нам еще помощь. Это таинство церковное, это исповедь первая. Вот и здесь и можно разорвать эти цепи греховных. Это есть и злоба, ненависть, и другие грехи в этом. Таинство исповеди. Таинство причащения и другие таинства, когда это все вспомоществование на пути спасения. Первым христианам не нужны были эти таинства, когда видим мы первого века-то. Оно и не было этих всех. А сегодня у нас и молебны разные есть к этому, чтобы это все вспомоществование на пути спасения нашего. Говорит, а я вот и святую воду даю там родственнику, и в борщ ему лью, а он все равно как пил, так и пьет. Вот. Ну, понимаете, до чего доходит, что какое-то мы доброе, святое можем сделать так, как какое-то в суеверие, в колдовство превратить. Этого не должно быть. Это все, что есть какие-то у нас и святая вода, и другие таинства, они имеют силу тогда, когда мы подходим к ним с верою, с твердой верою в Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Рцем сердце, душе, всего помышления нам.